Верховский район отпраздновал 95-летие по случаю своего образования. На праздничном мероприятии присутствовал губернатор Андрей Клычков. Глава региона осмотрел подворье сельских поселений и выставку народного творчества, а также отметил заслуженных верховцев наградами. Сегодня район развивается, и в рамках региональных и национальных проектов до 31 июля будут завершены уже все работы, которые идут в текущем году. Ну и хочется поблагодарить район за поддержку наших ребят, участников специальной военной операции. Это отдельное направление, в котором район активно участвует. Ну и сегодня глава района Виктор Алексеевич в делегации Орловской области направился на подведение итогов конкурса Минстроя. Желаем победы району, тем более, что праздничные дни как раз проходят. Напомним, несколько лет назад поселку было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».